Секундочку. Мерси. Доброго времени суток. В эфире внеочередной специальный выпуск передачи «Вперед, Динамо». И мы его начинаем с новостей. Как известно, в нашем футбольном клубе тренируются футболисты всех возрастов. Не было только женской команды. И вот это упущение исправлено. Под руководством опытного тренера в области женского футбола Алексея Вениаминовича Петрова была создана женская команда, которая уже приступила к тренировкам. Футболист нашего клуба Кирилл Телегин долгое время провел в морской экспедиции, а возвратившись, решил с головой уйти в шоу-бизнес. Каждую пятницу Кирилл выступает с эксклюзивной танцевальной программой в одном из ночных клубов Риги под псевдонимом «Принц Кирилл» и приглашает своих почитателей насладиться его талантом. Президент футбольного клуба «Динамо Рига» Янис Апса перед Новым годом приобрел Тороса. Торос пока что проходит акклиматизацию, привыкает к латвийской еде, к латвийской действительности. Живет Торос у Яниса Апса в квартире и прячется от журналистов, но нашей программе удалось заснять Тороса на латвийской земле. Сначала Торос попытался спрятаться от нашей съемочной группы, но президент клуба настойчиво попросил Тороса попозировать немного перед камерами. Наши футболисты не только играют в футбол, но культурно развиваются. Так, Дайнис Бейс посетил выставку художников-импрессионистов, где буквально опьянел от искусства художников и в этом состоянии дал интервью местному каналу. Какой художник вам сегодня больше нравится? Ван Гог. А какая картина? Картина Ван Гога? «Подсолнухи». А кто еще, кроме Ван Гога? Ван Гог мой любимый пример. Совсем недавно из архива Госфильмофонда нам прислали редкую архивную запись игры футболистов «Динамо», которую мы и хотим предложить вашему вниманию. Все совпадения по внешнему виду абсолютно случайны, и мы сами удивляемся этим невероятным фактам. Теперь наша рубрика «Знакомьтесь, футболист Динамо». Ставка на молодых футболистов во взрослой команде себя не оправдала. Поэтому руководство клуба решило прибегнуть
услугам опытных футболистов. Так, на просмотре в нашей команде сейчас находится технический директор нашего клуба Гурген Бесик Чатчаев, который, посмотрев за игрой наших юных футболистов, заявил, что сыграет гораздо лучше. И вот уже несколько дней Гурген Бесик усердно индивидуально тренируется. Прилагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с нашим новым футболистом. Здравствуйте. Футболом я начал заниматься лет 45 тому назад в Липае. Липы в горы, там у нас двор был такой, нормальный пацанский двор. Мы на Гвардейском жили и с тасмарями вечно играли. Ну вот там вот и понял, что футбол это мое, потому что мы играли, ну и так далее. Что можете сказать о футбольном клубе? Динамо Рига? Это футбольный клуб. Если бы это был плохой клуб, я бы никогда ни в жизни не стал играть за этот клуб. А так я думаю, что этот клуб всем клубам клуб. Конечно, Динамо несколько смущает моих пацанов, с которыми я играл в Лепе там против Тасмарей. Но уже возраст такой, что мы уже понимаем, что название не главное. Главное вот форма. То, что на сердце. Динамо. Ставить перед собой в футболе? Ну, цели, которые я ставил перед собой в футболе, уже и достиг. Сейчас моя основная цель – это помочь команде «Динамо Рига», взрослой команде «Динамо Рига», потому что как-то, Какая ваша любимая футбольная команда после «Динамо Рига», естественно же? Чё, издеваешься? «Динамо Рига»! Другой команды у меня любимой быть не может. Лучший футболист, по моему мнению, Землинский. Землинский лучший футболист, по моему мнению. Ты записал это? Записал. Удается ли вам совмещать спорт и работу? Да, но последнее время трудновато становится, так как я работаю в футбольном клубе «Динамо Рига». Но вот глядя на то, что не получается сейчас у «Динамо Рига», мне приходится им помогать. Поэтому, конечно, это дополнительная работа, то, что я играю в футбол. Я что-то там вначале сказал. В общем, помогает. Или не мешает. Что-то такое. Чем вы еще занимаетесь, помимо помощи футбольному клубу «Динамо Рига»? Какая ваша любимая книга? Книга моя любимая. Проблемы взаимоотношения в спортивных коллективах мальчиков раннего подросткового возраста. Какую музыку вы слушаете? Трэш и Питокач. Дай послушать врагу, свои уже слышали. Любимое блюдо? Любимое блюдо хаш. Хаш. Знаешь, что такое хаш? Нет. Я тебе расскажу, что такое хаш. Вот что такое хаш. Ты когда-нибудь приходи ко мне, я тебя накормлю хашем. Хашой. Попробуешь хаш. Обязательно приду. Как вы думаете, как выступит ваша команда в следующем году? Это наша команда «Динамо Рига», ты имеешь в виду? Да. Ну так, если я играю в этой команде, я же не просто так играю. Значит, все будет в порядке. По крайней мере, третье место это я гарантирую. Я про чемпионат Латвии вообще говорю. Третье место это я гарантирую. Но я думаю, что мы будем вторые. Но первые, потому что надо подработать. Я думаю, что я несколько своих парней подтяну. И мы тогда, через год, мы уже тогда будем первыми, это точно. Это точно. Спасибо за это. Ну, если Землинский будет нас тренировать, конечно. Все-таки спасибо за интервью. Желаем успехов.
Ну, хорошо, все, спасибо. 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 Накинь! Секундочку. Merci. А теперь наша традиционная рубрика «Секреты мастерства». Раньше мы рассказывали, как надо играть в футбол, то сегодня вы увидите, как в футбол играть не стоит ни в коем случае. Thank you.
Во время съемок наших передач также случаются забавные ситуации. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный репортаж со съемочных площадок «Динамо ТВ». Добрый день! «Динамо ТВ» предлагает вашему вниманию очередной выпуск передачи «Динамо вперед». Да, конечно, вперед «Динамо». Собрались 10 человек и начали тренироваться. Что ж дальше-то рассказывать? Я не понимаю. Ну и все. Разъездили на турнир. Спасибо за интервью. С наступающим. Спасибо за это. В ходе работает 12 тренеров, многие из которых хорошо зарекомендовали себя в латвийском футболе и выигрывали турниры как местного, так и международного уровня, и различные другие чемпионаты, и не получилось. Следующий вопрос. Первый вопрос. Да? Потом будет, да, после. Прежде всего, расскажите, какие цели преследовал клуб? Создавая эту команду, все, давай. Для взрослой команды стал зимний чемпионат любительской лиги. Какие задачи преследуете? Первым турниром сезона для взрослой команды стал зимний чемпионат любительской лиги. Какие задачи преследовать? Да что за хрень? Все хорошо, не переживай. Поздравляем победителей и их тренера Анатолия Чебана и предлагаем вашему вниманию видеообзор игры турнира. Какой игры? Там так написано. Решающие игры турнира. Давай, наибольшего успеха. Наибольшего успеха? Не будет дальше. Значит, четвертый. Сейчас, мы уже голодные. Верочка, уже везут. Ну, сейчас. Все. Наибольшего успеха? Только что закончилась игра. Экспресс-комментарий от тренера. Ваши впечатления от сегодняшней игры и от сезона в целом? Ну неси, Артём, ты видишь, говорю. Сейчас все будет. Настроимся. Добрый день. Добрый. Очень. Добрый день. Начередаем. Черт. Ну что ж за фигня? Лирия, что вам нравится в футбольном клубе «Динамо Рига»? Ой, мне нравятся хорошие тренера, поездки, хорошая атмосфера, хорошие люди. Не тренера, а тренеры. Сколько говорить? Тренеры по-русски правильно. Ну все. Вот, а я же не фотографирую. Алексей, у тебя игра. Для свадьбы что-то там, я не знаю. Да, для свадьбы. Как у вас настрой на игру? У меня нормальный настрой. И подключение некоторых игроков с Болдерали усилило команду. Извиняюсь, да? Так, минус 10. Дай послушать. Вот это выставка. Давай сначала. 30 мальчишек в возрасте от 6 до 10 лет. Вашему проходит чемпионат мира. Проходит что? Уточните вопрос. Я думаю, все-таки Испания или Германия будут в финале. Но я болею за Россию. Россия чемпион! Добрый день! В сегодняшнем репортаже «Динамо ТВ» расскажет вам о нашей команде 2000 года рождения. Почему это так сложно на камеру? 2000 года рождения. Добрый день! В сегодняшнем репортаже «Динамо ТВ» расскажет вам о нашей команде 2000 года рождения, которая сегодня, 20 июня, проводит решающую игру за выход в финал чемпионата Латвии.
Юные динамовцы на стадионе Кейзерцепс. Кейзерцепс. Добрый день. Динамо ТВ начинает репортаж о третьем финальном. Ну почему так сказать? О третьем дне. О третьем решающем. С нами президент футбольного клуба «Динамо Рига» и один из главных организаторов турнира Янис Эгла. Здравствуйте. Слуэгла. Что? Сразу оскорбила. Чего сказала? Эгла. Ясно. Ёлка, давай заново. Ты собралась? Когда будешь соберешься, тогда скажешь. Только громко чёрка, надо сказать, очумелые ножки. Стоп. Очумелые ножки. Ну зачем? Ну ты резать же надо. Ты можешь быть... Скажи несколько раз громко, четко с выражением. Очумелые... Очумелые ножки. Еще раз. Ну ты все время жужжишь. На этом наша передача подошла к концу. Хорошо. Ну вот взяла, сама засмеялась. Все было неплохо. Спинку вперед, спинку назад, грудь вперед и поехали. На этом наша передача подошла к концу. До новых встреч на Динамо ТВ. Добрый день. Динамо ТВ предлагает вашему вниманию очередной выпуск передачи «Динамо вперед». Да, конечно. Вперед, Динамо. Добрый день. Динамо ТВ предлагает вашему вниманию... Что она там предлагает? Добрый день, Динамо ТВ предлагает. Добрый день, дело небольшое. Добрый день. Динамо ТВ предлагает вашему вниманию очередной выпуск передачи «Вперед, Динамо». Ну все правильно, что? Что сейчас-то? Не, мне еще не нравится. Динамовцы упорно тренируясь готовятся к предстоящему сезону. Динамо ТВ посетила Олимпийский центр, где проходили тренировки сразу у нескольких команд. Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж о тренировочном дне Динамо ТВ. Динамо ТВ! Да, у нас часто тренируют. Динамовцы упорно тренируясь готовятся к предстоящему сезону. Динамо ТВ посетила Олимпийский центр, где проходили тренировки сразу у нескольких команд. Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж о съемочном дне футбольного... Ну что, о каком съемочном дне? О съемочном... В объем... Что? Что за... Ругается диктор. Что я хотела сказать? Этого не знает никто, я думаю, не узнает никогда. Будет тайна покрыта мраком. К сожалению, первый блин получился ковом, но мы надеемся, что динамовцы в дальнейшем нас будут радовать своими успехами. Это было Динамо ТВ. Кар. Последний раз просто скажи, это было Динамо ТВ. Подошел к концу наш специальный выпуск. Надеемся, что наша передача заставила вас хоть немного улыбнуться и никого не обидела. В этот первоапрельский день мы желаем вам хорошего настроения и оптимизма. С вами была Инга Баллада. До встречи на Динамо ТВ!